Абаканские школы, которые закрываются на капитальный ремонт, все равно будут вести набор первоклассников. Прием заявлений, напомним, начнется 30 марта. В 3-й, 10-й и 30-й школах занятия в 4-й четверти проводиться уже не будут. И первоклассникам тоже предстоит 1 сентября пойти в другие образовательные заведения. Но числиться они будут за своими школами и вернуться в них сразу, как только закончится ремонт. Стоит отметить, что в указанных учреждениях заявления от родителей принимаются только один день, 30 марта. Затем запись в первый класс будет идти по другим адресам. Много вопросов поступает по поводу строящейся школы в районе Арбан. Как пояснили в управлении образования, здесь о наборе учеников пока говорить рано. Набор в первые классы строящейся 33-й школы пока мы не можем объявить, потому что школа еще не сдана в эксплуатацию. Только после процедуры сдачи школы в эксплуатацию, получения лицензии, получения заключения всех надзорных органов на предмет обеспечения безопасности нового здания, соблюдения всех требований санитарных правил и норм, только после этого будет объявлена запись детей в первые и другие классы нового образовательного учреждения.